Судовы скоровы 1,5 миллиона. На самом деле много наших живут за границу, а сейчас в Египте живут только 90 миллионов. Живем, дамы и господа, в этих городах, на берегах Нила, мы живем. Все города Египта, такой город на берегу Нила находится. Смотрите, вот на река, на реке в Древнем Египте тоже на берегах Нила жили. В пустыне никто жил, хотя пустыня занимает 96% влажной страны. Живем на берегах Нила. Мы живем, как вам заметно, в очень зеленой зоне, типа оазисы. Остальная территория Египта – пустыня. Пустыня, я говорю, мы не живем. И живем, где зелень, где вода. Поэтому древний историк городов говорил, Египет – дар Нила. Дамы и господа, конечно, вы заметили, много домов везде недостроены. Очень много из вас думает, что люди здесь не хотят платить налоги. От налогов, дамы и господа, ничего зависит у нас в Египте традиция. Какие традиции родители наши, все родители в Египте в начале своей жизни.